Чотири жихари Гродзенської області довірилися інтернет-трейдерам і стратили більш за 93 тисячі білоруських рублів. Смаргонським районним відділом слідчого комітету встановлюються обставини махлярства, учиненого у особливо буйним помірі. По данным следствия, 35-летний житель Лиды, желая заработать на трейдинге, зарегистрировался на одном из сайтов. Его деятельность сразу стал направлять куратор, который обещал крупный доход после вложения личных средств доверчивого инвестора. Потерпевший перевел мошенникам все свои личные сбережения, оформил несколько кредитов, а также продал технику, приобретенную в рассрочку. Всего мужчина лишился свыше 36 тысяч рублей. На аналогичные уловки мошенников попала 39-летняя жительница Ашмян. Всего доверчивая потерпевшая перевела без малого 35 тысяч рублей. В настоящее время установлено четверо потерпевших. Общая сумма ущерба более 93 тысяч рублей. Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», совершенное в особо крупном размере.